Привет, друзья! Вы на канале Hitstone. Поздравляю вас с наступившим 2021 годом. Сегодня у нас 5 января уже. Сейчас мы отправимся на один из наших объектов, на котором наша система отопления работает уже более 5 лет. И все увидим с вами на живом примере. Смотрите это видео до конца, будет очень интересно. Мы находимся в поселке Лесное озеро. Оно не зря так называется, потому что здесь озеро вот буквально в 15 метрах от участков. Здесь всего лишь 3-4 дома, такой небольшой райский уголок. Вот, например, у хозяев на участке стоит такой вот дом, уютный. Он имеет площадь 200 квадратных метров, по 100 квадратов на этаж. Плюс у него на участке находится банный комплекс и еще дворовые постройки. На данном объекте наша система отопления из каменных радиаторов установлена уже более 5 лет. То есть она была установлена в 2015 году. Пошел уже 6-й год. Сегодня мы вновь встретимся с хозяевом дома и узнаем, какие проблемы или нарекания были с нашей системой отопления из каменных радиаторов за эти долгие 5 лет. В данном поселке газа нет совсем. Газ есть в соседнем поселке, но протянуть его сюда было бы очень дорого для всех жителей поселка. Им пришлось бы скидываться более 1 000 000 рублей на каждого человека. То есть поэтому наш хозяев, как и многие остальные жители, выбрали именно электрическое отопление. А вот в данном случае хозяин этого дома выбрал наши каменные радиаторы. Отопление из каменных радиаторов Hitstone установлено как в доме, так и в банном комплексе, так и даже в каких-то надворных постройках. Дом представляет из себя сруб, хорошо утепленный сруб, то есть утепленный потолок и пол, и второй этаж. Но в зимний период хозяева используют только первый этаж для жилья, второй этаж у них остается в спящем режиме. Но радиаторы установлены как и на первом, так и на втором этаже в комплекте с терморегуляторами. Но второй этаж у хозяев терморегулятор держит температуру 5-7 градусов. То есть за счет первого этажа тепло поднимается на второй, и терморегулятор практически не включает батареи на втором этаже. За счет этого достигается максимальная экономия. Среднемесячная оплата по местному тарифу 2,80 составляет 2-3 тысячи рублей. И хозяев это устраивает. Сейчас мы пройдем в дом к хозяевам, посмотрим месторасположение установки каменных радиаторов, как они установлены, посмотрим. И узнаем у хозяев их мнение, основанное на практике уже, о наших каменных радиаторах. Друзья, сейчас мы находимся в прихожей данного дома. Прихожая имеет площадь 9 квадратных метров. В ней установлен вот такой радиатор мощностью 0,4 кВт. Он рассчитан как раз до 8 квадратных метров. То есть для данного помещения этого радиатора вполне хватает. Состоит он из высокопрочного камня. Внутри спрятан нагревательный элемент. Плюс хотелось бы отметить то, что радиатор очень легко крепится на любую стену. То есть имеет вот такие вот заводские крюки. Крепится, как правило, на 3 из них. По цветам практически любой цвет возможно изготовить. То есть металлик, белый, черный, под заказ клиента. Все очень просто и лаконично. Сейчас мы находимся на кухне. Кухня имеет площадь 18 квадратных метров. Здесь установлены два радиатора по 0,5 кВт. Этого вполне хватает для отопления кухни.
Сейчас мы находимся в гостиной. Площадь гостиной 25 квадратных метров. Здесь у нас одно окно. И под этим окном мы расположили три радиатора, так как больше места расположения их не было. Все заставлено мебелью. Камин вот здесь стоит. Несмотря на то, что мы разместили три радиатора вместе, они смотрятся как единое целое, как один длинный радиатор. Как и в остальных комнатах, всеми тремя радиаторами управляет один терморегулятор. Модель данных радиаторов имеет решетчатую конструкцию. Это сделано для того, чтобы улучшить конвекцию. Благодаря решетчатой конструкции радиаторов, холодный воздух быстрее подхватывается снизу вверх, тем самым обеспечивается лучшая конвекция. Воздух в комнате переваливается, и благодаря этому достигается равномерный нагрев всего помещения. Пол тоже у нас теплый за счет этого, потому что воздух его греет. Многие часто задаются вопросом, опасно ли, когда занавески висят близко к радиаторам. С данными радиаторами это не опасно, потому что они больше рассчитаны на конвекционную работу, а не на инфракрасную. Например, вот в данном помещении тюль к радиаторам располагается очень близко, то есть можно без опаски его поправить. Сейчас мы немного поговорим с хозяином. Хозяин зовут Константин. Скажите, вот были какие-то нарекания за 5 лет работы радиаторов? За 5 лет никаких нареканий нету. Я очень доволен этими батареями. Они меня выручают. Зимой никаких проблем нет. В доме тепло. Чудесно все. Хотелось бы еще спросить, вот сам внешний вид конструкции радиаторов вписывается в интерьер? Ну, в принципе, да, даже вот приезжают гости, которые и думают, что это металлические радиаторы, когда говоришь, что это сделаны из камня, они удивляются. И многие хотят заказать такие же. Вот так как-то. А сколько вообще в доме вот у вас радиаторов? Я сейчас сказать не могу, не помню, но у меня хозяйство большое, баня, есть подсобные помещения, где куры живут, там скотина. Все это работает, так как газа нет у нас, все работает вот на этих батареях. И мы довольны. Ведь всем тепло, всем хорошо. Вот так как. Хотелось бы еще спросить, сколько вот потребления электроэнергии у вас? Ну, как так как я второй этаж здесь не подключаю зимой, потому что с первого этажа тепло уходит на второй этаж, у меня где-то 1500 выходит в месяц. Ну и хозяйство там еще тоже немножечко побольше плачу. Так что это, ну, все в норме. Я не переплачу. Ну, в среднем сколько вот? Ну, 2-3 тысячи, может, вот так вот, вот так. Так что это, я доволен. Все, спасибо большое. Ну вот и покидаем мы наш очередной объект. Прощаемся с хозяевами. Хотелось бы им большое сказать спасибо. Нас вкусно накормили, напоили чаем. То есть все остались при очень хороших впечатлениях. Thank you.